Президент Путин предлагает бесплатно раздавать земли на Дальнем Востоке местным жителям и тем, кто хочет переехать в регион. Достаточно ли 1 гектара на Дальнем Востоке? Идея правильная и уже в истории России была реализована в Сибири. Продумать нужно все детали. Вместе мы сила, вместе мы свет, вместе мы новой России в успех, а на земле быть добру! Сюда нашей матушке, матушке сырой земле, матушке родной. Ом, будем счастливо жить мы на святой земле, ом, да на родной земле, вместе мы с тобой. Радуюсь солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему. По гектару земли любому желающему в стране, где еще недавно пределом мечтаний были 6 соток. И что, вот как в столыпинские времена, как давали землю в Сибири, здесь вот приходишь, даешь проект и получаешь этот 1 гектар? Даже проект, я считаю, что не надо. Висит карта электронная в интернете, где выделены все те территории, на которых можно получить участок. Мы будем стараться создавать такие оболочки, такие условия для жизни, для работы людей, которые сегодня будут помогать на Дальнем Востоке, а дальше будут помогать на всей территории нашей страны. Каждому россиянину по гектару земли и не только на Дальнем Востоке. Дальний Восток – это, оказывается, только пилотный проект. Президент в целом одобрил проект своего полпреда Юрия Трутнева.